Сергей Юрьевич, вспомнили молодость, как оно изнутри? Да вообще классно, очень хорошо мальчишки тренировались, с желанием, самоотдачей, с интересом, с качеством, очень здорово, понравилось. Вам не тяжело было бегать наравне с молодыми парнями? Больше на опыте играл, чем бегал. А завтрашний матч, какие ощущения, вот какое положение в команде, все ли здоровы, все смогут ли принять участие? Да, провели теорию, подготовились к сопернику, разобрали все, да, и стандарты, и атаку, и оборону. Вот, знаем все, как они будут играть. Знаем, как этому им сломать их игру, да, и знаем, как свою наладить. Поэтому вся неделя была подготовки. Но прошла на очень хорошем уровне эмоциональном, и ребята молодцы, хорошо отдавались на тренировках, выполняли то, что требуют. Разговаривали, общались. Хотим победить. Будете делать акцент, что в этом сезоне ни одной домашней победы у нас еще нет? Так это акцент, он как с первого тура. Он как идет, так и идет. То есть, как, конечно, хочется побеждать. И, в принципе, нам сейчас уже не только домашние нужны победы, да, но еще и выездные. Поэтому 100% будем играть на победу, а там уже как всегда есть. Но, да, это соперник. Ждем болельщиков на стадионе? Да, уже очень ждем и взрослых, и детей, да, в последнее время много детей ходит, то есть надеюсь, что будет хорошая погода, люди не замерзнут будут, интересно будет смотреть на завтрашний футбол. Хорошо, спасибо, Сергей Юрьевич, удачи.